Всем привет, ребят, с вами Габзор.ком, и сегодня с вами изучим акустическую систему формата 2.0 Defender Aurora S40 с поддержкой Bluetooth подключения. Продажи стартовали, более подробные характеристики цены по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает набор аудиокабелей, руководство пользователя и гарантийный талон. Это акустическая система формата 2.0. Корпус колонок Defender Aurora S40 выполнен из окрашенного в черный цвет MDF. Лицевая панель из глянцевого пластика. Выглядит симпатично и сдержанно. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы. Габариты традиционные. Для них несложно будет найти свободное место рядом с монитором или телевизором. Все элементы управления сосредоточены в активной колонке. На боковой панели выведены три регулятора для управления громкостью, балансом низких и высоких частот. Здесь же аудиоразъем для подключения гарнитуры, а также кнопка активации Bluetooth подключения. С тыльной стороны скрываются RCA разъемы для проводного источника звука и выход RCA. Здесь же на стенке отверстие фазы инвертора. Есть механический выключатель. Колонки соединяются между собой RCA кабелем. На пассивной колонке он зафиксирован без возможности снятия. Длина 1.5 метра. На фронтальной панели Aurora S40 низкий и среднечастотный динамик, а также высокочастотный излучатель. Они идут без дополнительной декоративной защиты. Общая мощь составляет 40 Вт по 20 Вт на каждый сателлит. Диаметр высокочастотного излучателя 25 мм, диаметр низкочастотного 100. Запас по громкости высокий. Артефактов и шумов при выходе на верхний уровень замечены не были. Есть эффект объемной сцены, звучание насыщенное. Пользователь сможет отрегулировать баланс между высокими и низкими частотами. Предлагаю оценить качество звучания. Да, мы понимаем, что многое будет зависеть от тех наушников или колонок, на которых будет смотреть обзор, но подобные примеры просите вы сами. Сами колонки хорошо справляются с насыщенными и динамичными сценами в фильмах и играх. Подойдут они под прослушивание музыкальных композиций. За время тестов мы использовали акустическую систему в паре с ноутбуком и настольным компьютером. Поддерживается функция беспроводного подключения с помощью Bluetooth. Процесс сопряжения включает стандартный набор шагов с поиском в списке доступных устройств. Качество звучания при работе в этом режиме не уступает по личным ощущениям от проводной передачи. Как итог, Defender Aurora S40 при своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество звучания и возможность беспроводного подключения. Они станут удачным выбором в пару компьютеров, ноутбуку, смарт-приставки, а также в качестве самостоятельной аудиосистемы для прослушивания музыки со смартфона. Всем спасибо за внимание и пока-пока.